Его часто спрашивают, играет ли он в карты на деньги в поездах. Улыбается. Конечно, нет. Да и вообще, в карты Сергей играет плохо. Зато тасует их так, что вряд ли кто-то сможет повторить. Мне в детстве подарили покерный набор. Там были фишки и карты. И вот я хотел научиться раскладывать карты красиво, как в казино. Но мне ничего не получалось. И тогда я начал тренироваться. Обучил несколько трюков, потом карточные трюки. И постепенно, потихонечку я начал изучать абсолютно разные трюки из всех сфер. Сейчас у него около 30 колод, самых обычных. Одной хватает на неделю, реже на несколько месяцев. В арсенале у иллюзиониста, а не фокусника. Как подчеркивает Сергей, не только карточные трюки. В его программе уже больше сотни разных номеров, включая сложную сценическую магию с реквизитом. В нашей студии он показывает фокусы, кажущиеся на первый взгляд простыми. Но чтобы научиться делать, к примеру, это, ему понадобилось 6 лет. Это абсолютно обычная ложка, купленная в обычном магазине за 20 рублей. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Да. Ну, подтверждаю, ложка обычная. Правда, согнулась. В рукавах у вас ничего нету? Нет, ничего. Можно я посмотрю? В рукавах у него, правда, ничего нет. На ура всегда идут и трюки с превращением купюр. Например, из 10-рублевой в 5-тысячную. В своих выступлениях Сергей учитывает многие факторы. Например, возраст зрителей. Вот какую роль играет знание психологии? Наверное, процентов 80. Потому что исполнить трюк – это всего лишь 10%. Самое главное – его донести и правильно обыграть. Идеи черпает из книг, а также перенимает опыт у коллег из других городов. Скоро, обещает Сергей, он покажет свои собственные эксклюзивные трюки. Секреты он не раскрывает и стремится создать номер с левитацией человека. Это высший пилотаж для иллюзионистов. Пока же он заставляет парить в воздухе лишь мелкие предметы. А некоторые из его трюков повторять и вовсе не стоит. Занятие иллюзией для него уже не просто хобби, но и работа. И это отнюдь не мешает в учебе. Сергей – будущий врач, учится на 3-м курсе медакадемии. Иногда фокусы проделывает со своими преподавателями. В хорошем смысле, разумеется. Очень хорошо какой-нибудь фокус показать, к примеру, учителям, которые, преподавателям точнее, которые очень серьезно настроены, допустим, на экзамене. Но я обычно редко этим пользуюсь. Сергей мечтает о поездке в Лас-Вегас на шоу своего кумира Дэвида Копперфильда, который когда-то точно так же в детстве увлекся фокусами. И это определило всю его жизнь. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Время новостей.